Om Ajyan Ram Dasar Gana Anjan Salakya Saksor Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Nama Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Istadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Nama Vancha Kalpudarvasa Kipa Sindhu Bhaivacha Tritanang Pavanibho Vishnirubho Namo Nama Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sridhar Gadadhara Srivasadi Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari Hari Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Ram Hari Ram 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 Сарбратам, Его лотосным стопам я предлагаю бесконечный саштанга дандават пранамы. А также моему шикша гурупаду падму нитилила прависта ом вишна пад аштата рашата шри шримад бхактивиданте шили нарани гасвами махараджу. Его лотосным стопам я предлагаю свои шрадха пушпанджали. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавы принять мои поклоны. Prabhupada se prashna kiya hai Prabhupada spraashya kiya sadhu sanga ki sarvakhana karani hai iska matlab hai kya na bengali sadhu sanga har samay karni chahiye необходимо ли sadhu sangu быть sadhu sanga каждое мгновение необходимо ли быть sadhu sanga всегда или только время от времени Prabhupada отвечал har samay sadhu sanga har samay rehna sadhu sanga необходимо каждое мгновение или как sadhu sanga Говорится садусанга, садусанга, сарва шастрикой. Читание Чаритамрита говорит, что во всех писаниях провозглашается садусанга и необходимость быть в ней. Даже одна лава садусанги может даровать все совершенства. Одна лава — это сколько? Если мы одну секунду разделим на 11 частей и возьмем вот эту одну 11 часть секунды, то это и будет одна лава. И даже такое количество общения с садху может даровать все совершенства. Зачем же общаться с садху? В чем необходимость этого? Бхактивинода Тхакур говорит, «Экаки амар нахи паэбаа». Hari Nama Sankirtan Tumi Kripa Kari Shraddha Bindu Diya Deha Krishna Nama Dharmi Bhagavad Thakur kehte hain Bhagavad Thakur говорит Ekaki Amar Nahi Paibal O Prabhu Когда я один, у меня нет силы совершать баджан. Поэтому, пожалуйста, пролей на меня милость и позволь общаться с твоими преданными. Махапрабху говорит, если в гамле есть пауза, Махапрабху приводит такой пример. Если мы посадим растение и не будем поливать его, то на второй день оно уже начнет засыхать. И если мы один день находимся вдали от бхакти, от садусанги, то мы тоже как бы высохнем. Можно поделить деревья на маленькие деревицы и на те, которые уже подросли. И вот маленьким деревьям необходим частый полив. Благодаря этому они смогут вырасти в сильное высокое дерево с глубокими корнями, которые смогут самостоятельно впитывать воду из земли, и тогда уже не нужно будет их поливать. Но что же это за положение? Это еще не наш уровень, это уровень ручи ништхи. Вот тогда мы сможем совершать уединенный баджан. Вайшнавы живут в храмах вместе. Во сколько начинается мангала арати? В 5 часов. А до этого нужно уже проснуться, поставить тилаки и подготовиться к мангала арати. И благодаря садусанге это возможно. Также преданные в храме вместе повторяют аник, проводят арати, повторяют гуру мантры. Затем повторяют харинам в течение одного часа, затем поют киртаны. После этого есть харикатха,
Далее преданные учат шлоки, и все это возможно благодаря тому, что они живут вместе. Так их баджан в порядке. Но если мы одни, то мы можем спать до 8, до 9, до 10 часов утра. И никто нам слова не скажет. Но когда мы живем вместе с вайшнавами, то такого не произойдет. А вот когда мы одни, то наш баджан уже приходит в упадок. И мы просто спим, и никто нам слова не говорит. Это происходит потому, что мы обусловлены душой, то есть как этот маленький росточек, который нуждается в воде, то есть нуждается в садху-санге. И даже если мы хотя бы один день отдалимся от садху-санги, на второй день уже будет очень сложно к ней вернуться. Можно привести следующий пример также. Например, дом, обнесенный с четырех сторон забором, но через этот забор можно проникнуть в дом. А у второго дома, у дверей стоит охранник. И скажите мне, какой дом будет в безопасности? Второй дом. Да, потому что если даже есть забор, то можно сломать его и проникнуть в дом, потому что нет охранника. Но если есть охранник, то можно уже не волноваться о безопасности. И кто же этот охранник? Это садху, это вайшнав. И если мы вручаем себя вайшнаву, если мы вручаем себя садху, то мы будем спасены. Ну а если мы пытаемся сами защитить себя, то в наш ум будут проникать грязные, нехорошие вещи. И мы пойдем, мы ступим на скользкую дорожку. Но когда мы с вайшнавами, этого не произойдет. Они смогут увидеть, что с нами происходит что-то не то, и скажут: «Эй, что с тобой происходит? Что случилось?» И они смогут удержать нас от того, чтобы мы не пошли по неправильному пути. Чтобы они удержат нас от того, чтобы мы пошли по неправильному пути. И при этом важно стараться общаться не с теми, кто ниже нас по духовному уровню, а с теми, кто выше. Потому что если мы общаемся с теми, кто младше нас, мы постепенно будем деградировать. Например, если мы общаемся с теми, кто говорит о глупостях, смотрит непристойные вещи, мы тоже будем деградировать. Мы еще не в том положении, когда у нас крепкие корни, и мы можем сами впитывать воду из земли. И мы поэтому будем подвержены тому, чтобы идти по неправильному пути. Поэтому в нашем положении важно общаться с теми, у кого саданы баджан лучше, чем у нас, и это принесет нас большее благо, потому что мы будем смотреть, вот этот преданный совершает бхакти, воспевает харинам, и мы будем учиться на его примере. То есть не нужно стремиться общаться с теми, кто младше, у кого менее сильный баджан. И когда мы будем следовать таким наставлениям, для нас будет возможно обрести Бхагават-бхакти. Когда Друва Махарадж обрел даршан Господа, о чем он попросил? О садху-санге, потому что садху всегда обсуждают харикатху. Река харикатхи, мандакини харикатхи всегда течет из их уст. И благодаря этому ум сам устремляется к тому, чтобы совершать баджан. А Брахманджи что говорит? Гьяная праяса мадупаси. Брахман говорит: «О Прабху, Аджита, Аджита, тебя зовут Аджит, то есть непобедимый, но все же можно покорить тебя. Если ты Бхагаван, если ты непобедимый, как же победить тебя? Нужно оставить всю гьяну, нужно оставить весь абхиман, всю гордость. И чему посвятить тебя? Санмукхаритам бхавадея вартам. Нужно находиться в садху и слушать харикатху из их уст. Мандакини харикатху, которая течет из их уст».
Бхагадеватам значит повествование как о Бхагаване, так и о Бхактах, то есть два вида повествования о Господе и о Его преданных. И как же нужно слушать харикатху? Кан, ман и вакья. Кай означает тело. Обычно мы слушаем харикатху ушами. Что же значит слушать харикатху телом? Как это возможно? Слушать харикатху телом — это значит, что когда мы приходим в то место, где харикатха, садусанга, нам необходимо поклониться месту, где идет харикатха, поклониться также тем, кто слушает харикатху, и принести свои поклоны тем, кто рассказывает харикатху. Ван. Ван означает ван, речь. Что значит слушать харикатху речью? Это означает, что мы слушаем и затем пересказываем то, что узнали. То есть не просто держим это в себе, а рассказываем другим, делимся услышанным. Манобхир означает слушать харикатху умом, потому что если мы не слушаем харикатху вдумчиво, то по сути мы ее и не слушаем вовсе. Талия стханестхитам. Стханестхитам, что означает? Есть два значения. Первое. Некоторые говорят, совершайте бхакти, отвечают, ой, ну какой бхакти, мне нужно еще детей на ноги поднять, на работу устроить, потом женить их. Вот когда я решу все свои семейные хлопоты, вот когда детей выучу, выращу, вот тогда я смогу уже совершать бхакти. Но так может вся жизнь пройти. И если мы, допустим, умрем, то кто посмотрит за детьми? Есть на самом деле тот, кто приглядит за ними? Один Прабху Гьянешвар, у него было три сына и одна дочка. И он не успел еще даже провести церемонию получения священного шнура для своих детей. И оставил тело еще до этой церемонии. То есть дети остались маленькие, без присмотра. Кто же за ними присматривал? Есть тот, кто присматривает. Мы думаем, что мы присматриваем, что мы заботимся. Но на самом деле это не так. Есть Бхагаван Такураджи, тот, который заботится. И несмотря на то, что отец оставил тело, дети как-то выросли. Потому что Господь заботится о них. И эти дети стали преданными Господу. Итак, по твоей милости, когда все происходит. Итак, стханестхитам. Вот то положение, которое мы сейчас занимаем, то положение, в котором мы сейчас находимся, нужно осознать, что это самое лучшее для нас. И вот именно находясь в этом положении, необходимо совершать баджан. И без Бхагавана невозможно ничего благое обрести в нашей жизни. Прабхупада Махарадж учил детей, что нужно совершать бхакти. Если мы хотим счастливую, спокойную жизнь, то это можно обрести только с помощью бхакти, и никак иначе. И поэтому Прабхупада Махарадж говорил, о, дети, совершайте бхакти. Стханестхитам — второе значение, которое объясняет Вишванатха Чакраварти Такур. Стханестхитам означает, находитесь в этом стане, в этом месте. В каком? Там, где течет мандакини, то есть где течет ганга харикатхи. То есть находитесь у лотосных стоп садху. И не нужно слоняться тут и там, иначе начнется, о, туда нужно сходить, сюда нужно сходить, в храм Бангарихари нужно посетить. И поэтому у нас ум будет беспокойный, он не будет устойчивым. Туда сходить, сюда сходить. Поэтому стханестхитам означает там, где течет мандакини харикатхи, там, где течет река харикатхи, вот там нужно находиться. И не нужно слоняться по другим местам. И если мы погрузимся в эту харикатху, то мы окажемся в подлинном Вриндаване. Где Вриндаван? Там, где Говардхан, там, где садху, там, где Вайшнава.
Они проявляются там, где преданные Бхагавана, там, где Харикатха о Господе. Прабхупада говорил в Статуе Бенгали, там, где Харикатха, это и есть Титха, это и есть святое место. Сарвани Тиртхани Васанти Татра. Там, где Харикатха о Господе, когда мы омываемся в этой Харикатхе, мы омываемся во всех святых реках. Посмотрите на нашу Гуру Варгу. Очень многие жили не в святых местах. Например, у моего Гурудева есть Матх в Калькутте, в Навадвипе, в Пуре. В Навадвипе он жил около месяца. В Пуре тоже около месяца. А все остальное место он проводил в Калькутте. И многие спрашивали, почему вы живете в Калькутте, это место Кали. Но Гурудев отвечал, это место для проповеди, это место для служения Махапрабху. Вот там, где Харикатха, там, где есть возможность проповедовать, вот там наша Гуруварга находится, и это и есть подлинный Вриндаван. Прабхупада оставил тело в Калькутте. Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Бхакти Валабха Тиртха Госвами Махарадж. Многие представители нашей Гуруварги оставили тело в Калькутте. И вот поскольку они находились там, это и есть подлинная Тиртха. Бхакти Мудакур поет. Грихете голокабая. Единогрихе Баджанадеке. В том доме, где поклоняется Бхагавану, этот дом и есть подлинный Вриндаван. Прабхупада поэтому говорит, что нужно всегда стараться находиться в саду-санге. И саду-санга нас защитит. Но если мы отдалимся от саду-санги, то майя схватит нас. Мы сами не сможем защитить себя от майи, она схватит нас. Стата на Бенгале. Без саду-санги мы бессильны, у нас нет духовной силы, у нас нет сил противостоять майе. Но когда мы слушаем Харикатху, когда мы совершаем киртан, то мы можем спастись от майи. Цитата на Бенгале. Как только мы отдаляемся от саду-санги, мы начинаем считать себя господином, мы начинаем считать себя тем, кто совершает действия. Но когда мы в саду-санге, мы понимаем, что все ради служения Бхагавану, все ради бхакти, то есть совершенно другое настроение. А когда мы одни, мы начинаем думать, что я делаю ради того, чтобы я наслаждался, я хозяин, я контролирующий, я владыка. Это происходит, когда мы вдалеке от саду-санги. Гуру Агьянуварти Натхакле Випаде Бхакти Паре Четахаве. Если у нас нет руководства Гуру и Садху, то что происходит? То мы оказываемся в бедственном положении. Но саду-санга защищает нас, помогает нам спастись от майи. Если у нас нет прибежища, то майя очень легко справится с нами, очень легко схватить нас. Но если мы с вайшнавами, то мы вдалеке от майи, мы защищены от нее. Итак, если мы не в саду-санге, у нас появляется желание наслаждаться. И мы тогда начинаем работать на майю. На кого работать? На майю. Мы как белка в колесе крутимся. Что значит майя? Это то, что не соответствует действительности, то, чего в действительности нет. Мы принимаем это за реальность. То есть этого нет, но мы считаем, что это есть. Например, мы считаем, ты откуда, из Калькутты, из Мадраса.
Или мы говорим о «ты кто? Я жена, а я муж, а ты кто? А я сын, а я дочка». То есть, но это не так на самом деле, это ложь. То есть это неправда. Потому что когда приходит время, родители говорят детишкам, ну все, можете жить отдельной жизнью. Мы говорим, ты мой, я твой, но это временное отношение, это майя. То есть майя — это то, что не соответствует действительности, но принимается за таковую. Но когда мы общаемся с вайшнавами, мы понимаем, что нет, это дом не мой, это дом Господа, дети, чьи дети Господа, я кто, я слуга Господа. Моя жена кто? Это тоже слуга Господа. Ради чего я зарабатываю деньги? Ради служения Господа. Такое умонастроение, такое мышление появляется, когда мы в саду-санге. Но если мы вдалеке от нее, то майя захватывает нас. Однажды Кришна и Судама пошли принимать омовение. И Судама тогда спросил Кришну: «О, Кришна, я слышал, что все танцуют под влиянием твоей майи. Не мог бы ты мне показать ее, продемонстрировать ее влияние?» Кришна сказал: «Когда время придет, я покажу тебе». И вот они вдвоем погрузились в океан, начали принимать омовение. И вдруг очень сильная волна налетела. И она была такая сильная, что она захлестнула их. И Судама потерял сознание, а когда очнулся, то увидел красивый дворец. И там была прекрасная царевна. В ее руках была гирлянда из цветов. И он спросил: «О, красавица, кто ты?» «Я царевна. Это дворец. Ты мой супруг, а я твоя царевна». И она отвела его во дворец. Там они очень счастливо жили. Затем у них родились детишки. Но однажды появилось наводнение. Было так много воды, что дети утонули. И не было никакой возможности их спасти. И все дети один за другим погибли. Но сколько у нас привязанности к детям? Насколько это болезненно? Однако никого не удалось спасти. А затем, в конце, вода захлестнула и супругу Судамы, то есть царевны. И таким образом погибли и его дети, и его супруга. А затем волна захлестнула и самого Судаму, он потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что он опять стоит рядом с Кришной. То есть они как бы приняли омовение и потом вынырнули. И Судама весь затрясся. Кришна спросил: «Что случилось?» И Судама тогда рассказал, что мы принимали омовение, мы вроде вошли в воду, вышли, а столько всего произошло за это время, за время омовения. Я женился, детишки появились, потом все погибли, а сейчас я опять с тобой. И то, что я пережил, было довольно пугающим. И Кришна спросил: «Что же произошло?» А оказалось, что они всего лишь навсего из Гурукулы пошли, чтобы принять омовение. И Судама признался, что я не понимаю, как это произошло, но я же женился, у меня же появились детишки, а потом это пугающее цунами появилось. И Кришна ответил: «О, Судама, ты меня спрашивал о моей майе? Что? Какое у нее влияние? Ты просил показать ее. Ну вот, вот это пример, что с тобой произошло, это майя». То есть майя — это то, чего нет в реальности, но мы считаем это реальностью. То есть когда мы считаем, например, наш дом нашим домом, вот это майя. Цитата на бенгале. Что это значит? Это сансара на самом деле, этот мир на самом деле обман.
И когда мы не общаемся с вайшнавами, то мы работаем на маю. Бхактивинода Тхакур поет. Бхактивинода Тхакур поет. Что это значит? Этот мир как отражение, он как обман. У нас очень много привязанности. Из этих привязанностей наша жизнь проходит впустую. На самом деле все эти отношения временные. Мы одни приходим в этот мир и одни из него уходим. Так же Бхактивинода Тхакур поет. Приводится следующий пример. Наша жизнь как капля росы на листочке, она может в любой момент скатиться. Никто не может сказать, когда мы оставим тело. Цитата. Поэтому как можно вкладывать свою веру в семью, в родственников? Ведь все это однажды будет разрушено. Цитата из Баджана. Бхактивинода Тхакур поет, что ни богатство, ни семья, ни сыновья не могут принести нам подлинного счастья. В этом мире мы претерпеваем очень много неудобств, то жарко, то холодно. И мы тратим свою энергию на то, чтобы заботиться о членах своей семьи, но на самом деле они корыстны. Только внешне они показывают: «О, я так люблю тебя». Но на самом деле это не подлинная любовь. Почему они показывают свою любовь? Потому что вы что-то делаете для любого, потому что что-то делаете для них. Но если перестанете заботиться о них, то любовь это закончится. Можно привести пример с сахарным тростником. Его пропускают через пресс, потом пропускают второй раз через пресс, чтобы добыть сок, потом третий раз пропускают, четвертый раз. А когда сока уже нет, то все. Этот сахарный тростник просто выбрасывают, потому что уже нет никакого сока. Вот подобным образом в этом мире все пропитано эгоизмом. И любовь, она только внешняя. Потому что есть еще соки, которые можно из вас вытянуть, поэтому и проявляют по отношению к вам любовь. А когда этого сока закончится, когда не с чего будет с вас взять, никто не поздоровается с вами и не посмотрит в вашу сторону. И когда мы можем понять это, когда мы общаемся с садху, со святыми, тогда и можно продолжать жить в этом мире, но совершая баджан. И если ваша семья совершает баджан, то тогда правильно уделять им время и внимание. Но если они не совершают баджан, то а вы заботитесь о них, вы тратите свои силы на свою семью, то в итоге все это будет бесполезно, все это будет равно нулю. Но когда вы заботитесь о преданных, когда вы слушаете Бхагавану и его бхактам, то тоже совершенно другое. И поэтому это уже принесет вам благо. Гор Примананде, Хари Хари Бол. Да, уже ли я? Да, уже ли я?
Prabhupada. Sadhu-sanga matlab kya hai?